Сходила я сейчас в теплицу, набрала такое вот ведерко помидорок черри и будем их сейчас солить. Рецепт очень простой, справится каждый. И самое главное, тратить на него времени нужно самую малость. Первым делом мы кладем 3-4 зубчика чеснока, зонтики укропа. Данные пропорции я вам указываю для литровой банки. Банки можно не стерилизовать, единственное, прокипятите крышку. Дальше кладем перец горошком 5-7 штучек и 2-3 лаврового листа. И дальше уже мы начинаем укладывать помидорки в банку. В это время нужно поставить воду для кипячения. Я делаю в чайнике, просто заливаю воду в чайник и кипячу его. Так выходит еще быстрее. Вот мы все помидорки уложили, и теперь мы заливаем их крутым кипятком. После чего накрываем крышкой и оставляем на 5 минут. После того, как у вас помидорки 5 минут постояли в кипяченой воде, мы эту воду сливаем. И все, начинаем солить. Кладем ложку соли чайную. 2 чайные ложки сахарного песка, столовую ложку 9% уксуса. Если у вас уксус яблочный, можете положить еще пол столовой ложки. И заливаем все снова кипятком. Закрываем крышкой плотно и перемешиваем, чтобы у нас сахар и соль быстрее и лучше растворились. Вот такие помидорки у нас получились. Рецепт очень хороший, простой, быстрый. Помидорки получаются очень-очень вкусные. Всем приятного аппетита!